Здравствуйте, это рубрика «Мимоходом» и с вами Загаштова Лия. Сегодня мы узнаем, какие чувства испытывали наши жители при просмотре Олимпиады. Всей Карачаевой Черкесии желаю доброго утра. А смотрели вы Олимпиаду? Смотрел. Какие у вас чувства переполняли? Очень хорошие. Гордость? Гордость, да. А вы болели ли за наших? На соревнованиях? Да. Конечно. А какие чувства у вас переполняли? Все самые высокие. Скоро женский праздник, международный женский праздник. Что бы ты хотела получить в подарок? Все, что подарят. Все, что подарят, тебе интересно, да? Угу. А смотрела ли ты Олимпиаду? Олимпиаду смотрела, да. И что, как тебе? Нормально.